Если спросят, а про Lancet ты что скажешь, вот эти все российские дроны, скажу, такая же точно херота, как и вся игрушечная херота, которую используют там детская примитивная. Это не военные вещи, это не настоящее, не серьезное оружие. Это просто попытка усыпить бдительность людишек, показать им, что смотрите, вот мы там что-то можем крутое, хай-тек якобы, вот мы всем покажем. Просто эти ланцеты и вся эта хрень, она какую-то веру вселила в людей, что действительно государство что-то может, что-то хочет. На самом деле государство хочет, чтобы можно больше людей сдохло, которые способны верить в такую вот хрень и способны защищать государство такое вот в таком виде. Поэтому оно какое-то шоу делает, в том числе ланцеты и прочие промышленные, там, сельскохозяйственные дроны и так далее, китайские игрушечные, это просто способ, один из способов, которым выявляют людей активных, там, людей пассионарных, выявляют людей, которые вот тупые настолько, что они могут за олигархическое государство крадунов, мерзавцев и подонков могут идти и отдавать здоровье, жизнь. То есть это просто для цирка, для представления одна из штук. На самом деле реальное, настоящее оружие, оно совершенно иначе выглядит. Это совершенно другой урон, это совершенно другие возможности, несравнимые просто. Я вот в предыдущем видео рассказывал, что то, что появилось с оптоволоконным кабелем управления у дронов сейчас FPV меняют на оптоволокно. Это оптоволокно, как бы вот считается, что это такая круть. Я вот скажу еще раз, забейте в интернете, почитайте, ракета Полифем или сербская ракета Алас, они на 60 километров могут летать тоже по оптоволоконному кабелю. Вот это настоящая вещь, настоящее оружие. Посмотрите, какие характеристики, какие возможности. Сравните с херотой, с той, которую вот игрушечной, идиотской, которую используют. Или возьмите настоящие военные дроны. Естественно, много информации вы не сможете получить, потому что никто в открытый доступ ее не скидывает. Но даже то, что есть о военных образцах техники, это просто вот с несчастными этими игрушечными ланцетами и прочей херотой вообще несравнимо никак. Просто пока вы это не видите, потому что настоящая реальная война не началась, но она вот уже скоро начнется, и у вас будет возможность вот буквально на собственной жопе прочувствовать, собственной мордой поймать вот это все и ощутить, что такое военная мощь, когда она развернута по полной. И что такое военная техника, что такое технологии 21 века. Это, конечно, да, вас мгновенно откроет вам глаза на все, разубедит вас, вы поймете, что мир-то он совсем другой, чем казалось там от пропагандистов бесконечных, которые затуманили вам сознание.